25 тренерского состава 20 великих банков, подытожив и на национальный этап, и фактически финальную игру. Знаете, дорогие друзья, я... у меня очень много в жизни связано с проектом «Кубанская Лига». Я начинал как обычный участник, как вы, в 9 классе. И это было очень волнительно. Я вспоминаю свой зональный этап, я вспоминаю свой первый финал, на котором я облажался. Это было очень волнительно для меня и тогда, и сейчас. Но самое главное и самое классное, и почему нам нравится это делать, почему мы приезжаем к вам, и почему мы продолжаем делать этот проект уже пятый год. Самое важное – это ваши лица и ваши глаза, не то, что они сейчас уставшие, а то, что потом мы видим, что у вас получается. Здесь есть уже много ребят, которые приезжают не первый раз и не первый год. И самое классное, когда мы видим ваш прогресс, когда мы видим, что вы становитесь лучше с каждым годом. Вот это самая главная награда для нас, как для тренеров и как для организаторов. Мы видим продукт нашей деятельности, то, что у нас получается. И очень важно, и очень классно, когда вы приходите к нам и задаете нам вопросы. Очень классно, когда вы начинаете с нами спорить. Это очень важно. И обратите внимание, когда вы начинаете с нами спорить, вы не говорите, что просто нет, это не так. А вы уже аргументируете свое мнение. И это также очень важный момент. Поэтому спасибо большое за звону. Спасибо большое. Также я уже повторюсь, огромная благодарность принимающей стороне и администрации района, и одновременно, как бы так сказать, хотел сказать, плане пансионата. Спасибо большое. И пансионату, потому что вот я больше всего люблю советский зал. Они создают вот действительно неповторимую атмосферу, честно скажу. Итак, возвращаюсь к Владимиру Романовичу. Пожалуйста, Александр. Егор и Никита тоже попрошу вас подняться. Диплом финалиста зонального этапа Кубка Краснодарского края вручается Колесникову Анатолию Владимировичу. Приглашаем Анатолия Руслановича Ахмедова на эту сцену для...
страны, принимающая стороне, прежде всего, ребята, участников, которые занимаются, на мой взгляд, очень важным делом. Аргументируют свою позицию. Все мы не вечны, правда? Все мы уходим, приходим, я имею в виду руководителя, которые руководят там поселком, маленьким районом, страной. И у вас я как раз вижу очень достойную, хорошую смену тем политикам, которые сегодня руководят. Через какое-то время вы станете на их место. Очень здорово, что вы уже сейчас отвечаете какую-то, скажем так, популистскую позицию. А давайте всем поровну все раздадим. Вот какой-то аргументированной позиции, это, мне кажется, для действующего реального руководителя очень хорошее, замечательное качество. Здесь у нас вот просто, опять же, символы, знаки совпадения. Анатолий Владимирович, да, числе участников. У нас, просто так слово, действующий глава района Анатолий Владимирович у нас. Поэтому у парня наверняка хорошая перспектива. Я так надеюсь, да. А если без шуток, все ребят удачи, чтобы какая-то звезда путеводная вас вела по жизни, чтобы все ваши такие вот хорошие начинания, пожелания, какие-то мечты, чтобы все у вас сбылось и получилось. Удачи. Спасибо. 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 Дальше представляется Наталья Юрьевна. Поднимайтесь на сцену для общей фотографии.